Дисклеймер. В этом видео присутствует очень много мата. Возьмите, пожалуйста, наушники. Привет, друг. С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir. Второй сервер, все как всегда. Там промокодик. Если вы еще не играли на этом сервере, в описании будет. При достижении третьего уровня получите 20 тысяч долларов. Все как всегда. Сегодня мы откроем ровно 3 эксклюзивных кейса. Ну, почти 4, но пока что 3. Еще откроем 2 эконома и 4 премиума. Такого исхода событий вообще никто не ожидал. Я говорю именно про эксклюзивные гаражи, потому что это полный пиздец. Это чувство, когда этот видос записывался с 14 августа по 24, монтирую еще летом, а выйдет он в сентябре. Так что вам пламенный, солнечный, летний, большой привет. Я надеюсь, тебе этот ролик понравится. Присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. 5000, спасибо. 3300. Без ключ. Не начинаем неплохо. Ой, экс. Заебись! Никого нет! Охуеть! Давай быстрее. Бегу. И прикол, сейчас дива выпадает нахуй. О, нормально. Давай, Эван. Давай. Сейчас фантом выпадет, и пиздец. Только отойдите, пожалуйста, мне скриншот нужно будет сделать. Давай. Сука! Пизда! Ну ладно, бывает. Да в смысле бывает, пиздец. А он еще и стоковый, да? Да. Не успели. Подожди, я его забрал или я его слил? Стой, как худ вернуть? Подожди, блядь, я его слил или я забрал? Подожди, стой. Я его слил, сука, там нитро было, блядь! Ебучий случай, просто, а? Просто говно ебаное, просто говно, нахуй. Прошлый раз был 2 ролса, да? Угу. 2 ролса было, и еще один ролс. На, еблись просто. Пизда, нахуй. Я только что слил, знаешь сколько? 300 тысяч. А сегодня 400 слил. Я 300 тысяч сегодня, 20 тысяч вчера и 200 тысяч позавчера. 520 тысяч слил. Подожди, по идее, если выпадает в 11 минут этот экс, значит еще раз выпадет. Так, я надеюсь, будет еще один экс, и там выпадет что-то годное, блядь, чтобы я окупился. Ну хотя бы Агера. Агера хотя бы в ноль выведет. Ну, лучше Дива, конечно. Да лучше Чирон, СС или обычный. Это так, еще самое хуёвое, что может быть, это Гимера. Прикол, еще один ролс. Вот это я хуею от жизни, а. Ну, я сейчас открыл, я сейчас буду бомбить. Почему нету перекупов? Не купили этот ролс за лям 400. Я бы их забайтил, бля. Когда сам себя байтишь на ролс, ну такое, бля. А, значит, после мента готов. Ооо. Чё? Заебись. Чё, Павел? Без ключ. Опять. Без ключ. А, нормально. Да. Ага. Мне 15 тысяч, бля, сейчас в одно место засуну. О! Заебись! Экс. Я только что, я просто, чтобы ты понимал, только что открыл, мне фантом выпал. Это второй. Походу будет еще сегодня третий. Пожалуйста, Дива. О, заебись. Заебись, на пневме, Чирон, все. Забирай, нахуй. Все, пацаны, нахуй, я оф. Я пошел еще. Бля, у меня денег нет, сука, у меня денег нет. Сейчас еще третий экс будет, 100%. Фух, бля, я уже думал, все, пизда. Это, пацаны, бля, это точно последний открытие кейса. Ладно. Ну, плюс а он еще хромовый, нихуя. Я только ща понял. Бля, я думаю, можешь реально оставить себе сейчас внутрянку зафэтэшить и слить его дороже? Ну, ты можешь. Сука, нахуй вы, мажоры, обоссанные, ставите ставки высокие, ваш рот ебал, нахуй вы это делаете, блядь? Сука, жить не даете новичкам, уроды, блядь. Тебя, бича, не спрашивали! Так, по-бырому, пацаны, по-бырому, Audi S4 B5. Вот ебучих 5000, да, даже на том, этом, Rolls-Royce все равно. Сейчас бы зарешали охуенно. 3300 улетело. Бам, 16500 перелетело. Оп.
Так, дальше что у нас? GTR, Octavia, Priora. О, Priora. Сюда на базу, на базу. Хромовая, на тонере. Зеленая, разоровская такая. А ты Прадику продал свою Приору? Да, 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 да. Он уже на ней ездит. 3900, 16600, еще 16600. Все, у меня 385 тысяч. О, перевел, так, благодарен. Короче, пацаны, из-за этой радмировской музыки ничего там не слышно. Я беру сейчас, заехал в тюнинг, фаташу его полностью по внутрянке, ставлю пневму, сигнал, вот это самое все дешевое, чтобы зафаташить, выйдет там нам в 15 тысяч, и мы потом пойдем поставим новые диски. Да, может, пацаны, по старой тактике, черон на этот, на разварке. Вот на такие, то штамповки, не путай. Короче, сейчас давайте подберем какие-то диски. Я там видел, ну хотя бы 1000 за 4. Диаметр, заебись. Покупаем 5000. Самые дорогие мои диски, кстати. Перед этим были заказать 600, а перед этим штамповки. Так, и теперь поставим еще чиповочку. Так, винилы, сохранение, смена черон. Во, загрузи, сколько? 11 тысяч, ебануться. Ебануться, пальцы гнутся. Охренеть, а что так дорого? Смена 11800, посрать, а что делать? Если смена нормальная на червон, пусть будет уже 11800. Ой, что-то по вложениям прям больно. Прям больно, прям больно, больно, больно. Так, вроде вот так зашибись, конечно. Видно, что там какая-то полоска внизу. Но сбоку вроде тонер, слева тонер. С мордой все, заебись. Вот такой ширик у нас вышел, можно еще сюда какие-то номера подцепить. Теперь можно сливать его за лям. Ну где-то 2200. Так, пацаны, продаем кайфулину мой черон, наконец-то. Спасибо. Спустя сколько дней я продавал его, сейчас... Ой, подожди, сейчас бы ГТР ему присунул. Черон, спустя сколько дней, вообще пишут 2, типа, лям 900, а некоторые лям 800 говорят, это бред. Я и продавал за 2150, был один пацан, но он что-то долго... Он, короче, очень долго свои вещи не мог продать, ну, в виде бизнесов, тачек, вот этого всего. Вот, я уже продавал так за 2150, кто купит, вот, подошел к Кайфулин и вроде готов как предложить 2.75. И, наконец-то, я смогу открывать гаражи. Но я туда не пойду. Не, спасибо. Экс за 900, вот это я сделаю. Ну, нет, ну, не больше. Я уже вижу эти 2 миллиона, давай сюда их на базу, чтобы я мог пойти видос монтировать. Так, пацан чекает, а он фэтэшный. Да, готов. Благодарю. Удачи. Сейчас, блядь, открываю и выпадает нахуй этот... Фантом. Фантом, блядь. Давай, 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 приз, 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 приз. Дива. Пизда, просто пизда. Охуеть. На клоунском. Ёбаный в рот. Просто этого казино на. Ты сейчас за раз в минусе больше, чем я, да? Пиздец, блядь. Давай я тебя подержу. Нахуй я этот черон продал, блядь. Так и знал. Не иди, блядь, дебил, не иди. На счет 3 отлетает Серега. 1, 2, 3. Вот это тайминг словил. Я тоже щелкнул, и ты щелкнул. Я щелкнул, и ты щелкнул, Тайс. Это заслуживает в серию попасть, 100%. Паша, открывай. Че, открыть? Да. Да? Это четвертый окуп должен быть. Ой, окуп. О, заебись! А я тебе говорил, Вадим. Полицейский, радар, стробы и хром. Обменяемся. На базу, на базу, нафиг, на базу. Так, мы с вами приехали на... ЕКХ сливать гелик, я что-то затупил, у меня же был какой-то там желтый гелик, еще какой-то гелик, я два раза выбивал гелик с этого, с гаража, и что-то их сливал сразу в БУ, я затупил, если можно их сливать на руки по 200 тысяч, типа свободно. Все, готов. Спасибо. 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 Тебе тоже. Давай, 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 только не фантом, только не фантом, только не фантом, только не фантом. Тебя перебили, во. Сучка. Что, что там берется? Откуда они взялись? Я уже... Там же было 8 секунд. Это эксклюзив. Тут дива, чекайте, дива. Паша, ой, я немножко перепутал с цифрами. Паша, перебивай, забирай. Паша, давай, мы верим в тебя. Я чуть боюсь дальше открывать, знаешь? Вот до 1 300 000 максимум, больше не иди. Да. Ладно, один слился. Тут этот, тут велосипед падает.
чисто такой гоношный. Было 8 секунд. Было 8 секунд, я уже. Да спасибо, ага. Мне уже 2 раза фантом выпал, иди в жопу. Давай, Паша, еще раз и все, и уходим, если перебивают. Нет, 1 300 000 максимум. Я не хочу открывать за лям 200, если честно. 1 200 000, да, уже много. Мэрбич, давай, не надо, да? Да, да. Я уже думал за 900, ладно, за 900 диван. Ладно. Поздравляем, да, Паша. Да не хочу я. Да ты дебил! Да не хочу я. Ой, да он. Тут диван будет. Тут диван будет, отвечаю. Да бля, за 900 еще ладно, диван. Тут типа, диван, смотри, тут диван, это Паша лох будет, что сделал. Засад просто! Ну нафиг, реально. Красава, Паша, Паша, красава, правильно. Я, ты понимаешь... Мечуйки. Че, открыть за 151? Не знаю, жук же плюс должен быть. Да, X5 такой, сейчас смотри, X5. Бля, Панамера опять. Опа, 108 тысяч. Радар детектор и рек подвеска. Сколько? Та, бля. Ну, сейчас, скорее всего, после УКа. Прикол окуп и штора было в том, что мы не открыли. Смотри, уже минус 50. Заметил? Да, да, да. Сейчас еще будет минус 50. О, заебись. Ну, no, плюс. Страбы, сигнал поезда. Собрать. Ну такое. Говно. Короче, пацаны, я только что поехал в тюнинг, посчитал, сколько сделать его будет в перформанте, и понял, что это невыгодно, невыгодно, лучше его слить его сразу в БУ. 162 750 750, ну, алё, продать, так, хорик продан, на БУ такой же стоит, и еще Панамеру, давайте Панамеру продадим вот это, хотя не эту, это на тюнинге, давай я вот эту уже солью на хроме, там у нее и то, и сё, и тонировка, не, мне лучше хром вот этот не надо, лучше ее солью, продаем это 110, короче, на этой минус 40, а на хурике плюс 15, ну минус 25 тысяч, секунд, минус 50 тысяч на ровном месте, да, секунд, минус 1,8 на ровном месте, ну, так, блядь, я не на гаражах. Ну вы хотя бы в свое удовольствие их тратили, а не как я 50. Сука! Скоро. Клоунский и нихера. Пизда, просто хуже, пизда. Хуже, чем мой этот, чем СВА. Да, белый. Стоковый цвет еще. Владимир, сколько у тебя денег? Он всегда пытается открыть их, но ему не дает. 2225. Охуенно. Вместе поедем на своих рейнджах, у тебя на шторе можешь. Пнема, блядь. Ладно, заберу. У тебя на пнеме, у меня на хотя бы, у меня на гуделке. 136, пока. 178. Блять, еще 80 на ровном месте. Просто everyday 80 тысяч просто вжух. В принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Открыли 3 эксклюзивных, из которых получили 2 фантома. Могли еще открыть еще 4-й, получить 3-й фантом. Но как-то я на чуйке чисто вывез и ушел с этого гаража. Я не знаю, почему фантомы резко так стали дропаться, когда я один открываю. Вот, никакие агеры, гимеры, фантомы, да. Ну, и за это, собственно, спасибо большое. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Напиши в комментариях, открывал ли ты эксклюзивный кейс когда-нибудь или нет. И что тебе оттуда выпадало, будет очень интересно почитать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.